кишечное расстройство, грибок кожи или ногтей и даже воспаление легких – всем этим может заразить стиральная машина. Внутри нее тепло и влажно. Да ладно, да ладно! Из грязного белья активно размножаются. Там микробов бывает даже больше, чем... Там про унитаз мы знаем, помним и часто моем, а внутри стиральной машины... Дебил! Ты... Там бороться с микробами. Проверим. Нас интересует ручка стиральной машины. Чего надо у меня дома? Отвали! Для порошка из барабана. Везем в лабораторию. Впрочем, это уже совсем другая. Бактерий в стиральной машине практически как в сточных водах. Оказалось, в пределах нормы 100 на пробу микробов на ручке. Борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат. Это дрожжеподобные грибы, которые способны выдерживать... Дирижабль! ...тур, высокий концентрат... Повара! ...кислот. Их можно только соскребать. Но самое грязное место в стиральной машине – вот эта резина. Свинка! Видно, что на чашке сплошной рост. Среди выделенных микроорганизмов было обнаружено кишечное... Ты что, дурак? Плюс золотистый стафилокок. Здравствуй! И еще сотни видов бактерий. Скорее всего, попали в машинку из кишечников зараженных людей. С барабана могут перейти на новую порцию белья. Если без дальнейшего... Хороший борщ с капусткой, но не... К нему на кожу могут попасть те же самые патогенные, допустим, стафилококки, стрептококки, вызывающие гнойничковые поражения кожи. Возникает вопрос, как человек умудряется...